Всем привет! Продолжаем бродить по Петербургу, мой город, смотреть дома, узнавать, кто жил в этих домах. Собственный дом Шретера, дом с эркерами. Набережная Мойки 112, архитектор Шретер. Год постройки 1897-1899, кирпичный дом, собственный дом Шретера. Жилой дом в так называемом кирпичном стиле. Для облицовки применялась керамическая плитка. Я пользуюсь сайтом City Walls. Виктор Александрович Шретер – ведущий мастер кирпичного стиля. Фасады выложены высококачественным облицовочным кирпичом. Лишь отдельные детали декора, сделанные из штукатурки. В облик дома внесены элементы готической архитектуры. 7 готических эркеров треугольного сечения доходного дома добавляет освещенности внутренним помещением и увеличивает обзор в сторону Мойки. На верхнем этаже устроена художественная мастерская с большими окнами. На доме мемориальная доска. В этом доме с 1928 по 1970 жил выдающийся органист и педагог Исай Александрович Брауда. Советский органист, крупнейший знаток, исследователь и пропагандист органной музыки и органного творчества. Заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения. В памяти органиста посвящено стихотворение Иосифа Бродского, памяти профессора Брауда. Люди редких профессий редко, но умирают. Здесь жил Брас Осип Иммануилович, живописец и гравер. Снимал в доме целый этаж со стороны Мойки. Как следует из воспоминаний Елены Юнгер, которая все детство и юность прожила в этом доме, дружила с сыновьями Браза и бывала в их квартире. По его воспоминаниям, одна мастерская была, собственно, Браза, в другой он занимался с учениками, а в третьей работала его жена Лола Эдуардовна. Угловая комната, правый угол дома, единственная солнечная во всей квартире, была детской. Вот такая информация по дому Набережной Мойки 112 я нашел на сайте City Walls. Пока-пока, до свидания.